Венспилский замок Ливонского ордена в преддверии Дня Валентина стал обителью средневековых рыцарей. В течение всей субботы в замке звучала средневековая музыка и раздавался лязг холодного оружия. В Венспилсе уже есть многолетняя традиция проведения майского турнира, а рыцарская встреча в феврале в замке прошла во второй раз. Идея собирать рыцарей в замке зимой принадлежит клубу Камтури Винде. Изначальная задумка посвящать это мероприятие не столько рыцарским боям, сколько исследованиям. Ставится акцент на просвещение. Это мероприятие проводится с целью встретиться с единомышленниками, немного потренироваться. Зимой мало мероприятий, потому что рыцарские турниры не для помещений. Это для того, чтобы не заржаветь. Мероприятие – это лишь часть нашей деятельности. Намного больше мы делаем вне мероприятий, и это самое важное. Мы исследуем историю, приобретаем рыцарскую экипировку, изготавливаем оружие. Конечно, это можно назвать образом жизни. Всем посетителям было чем заняться во время турнира. И маленьким, и взрослым. Можно было изготавливать изделия из кожи, создавать знаки пилигримов из олова. Средневековье – это тот период, который чаще всего интересует людей и представляется им романтическим временем. Я хочу сказать, что мы все идем из средних веков. В глубине себя мы укоренились в средневековом мире. Многие вещи, которые мы сейчас воспринимаем, как само собой разумеющиеся, идут из средневековья. Начиная с кухни, с того, как мы застилаем кровать, с того, как мы просыпаемся и идем чистить зубы чистой водой. Такие мероприятия отлично подходят для нашего замка. Люди, которые хотят почувствовать атмосферу того времени, они получили эту возможность окунуться в средневековье. Такие мероприятия – это прекрасное предложение. Это то, что замок Ливонского ордена может дать Курзаме, Венспилсу и всей Латвии. Такой возможности организовывать подобные мероприятия зимой в других местах Латвии нет, потому что у нас есть закрытый двор, и это дает возможность собрать здесь любителей старинных боевых искусств, ремесленников. Они могут здесь спокойно работать. В Латвии несколько клубов реконструкции. Активные поклонники рыцарского бытия есть и в Венспилсе. Венспилские почитатели средневековой жизни – рады встретиться со своими единомышленниками из разных уголков страны.